هل السلف الصالح تركوا حفظ القرآن؟ Разве праведные причастники оставили заучивать Коран? هل حفظوا القرآن دون تدبر وعمل؟ Или же они его заучивали, но не понимали его? لا هذا ولا هذا. Ни первое, ни второе. ماذا نصنع؟ Что нам надо делать? لابد من حفظ يومي للقرآن. Мы должны каждый день заучивать Коран. قبل أن تحفظ تصح القراءة. И до того, как начнешь его заучивать, ты должен исправить свое чтение. ثم تحفظ. Затем заучивать. تبحث عن تفسير موثوق مختصر لا تطالع المطولات من التفسير. И затем начинаешь искать короткий тафсир и не входишь в длинный тафсир. تستعين بالله على العمل. Просишь у Всевышнего Аллаха помощи в своих делах. وبهذا تجمع. И этим самым ты собираешь. بين الحفظ. Между заучиванием. والعلم. Знаниями. والعمل. И практикой. أهم السور عندنا. Самые важные. سورة الفاتحة. Самые важные суры это суры Аль-Фатиха. مهم جدا تصحيح قراءة سورة الفاتحة. Очень важно исправить свое чтение суры Фатиха. قد تكون الصلاة باطلة. Может быть так, что твоя молитва будет недействительной. لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. Потому что Фатиха является одним из толков молитвы. أيضا بعد الفاتحة تهتم بقصار السورة, السورة القصيرة من الزلزلة إلى الناس. После того, как ты выучишь Фатиху, начинаешь с коротких сур, заучивание коротких сур, начиная с суры Зальзаля и до суры Ан-Нас. الذي لا يحب القراءة. Тот, кто не любит читать. يمكن أن يستمع إلى البرامج هذه التي تقرأ الكتب, لكن الكتب المعتمدة الموثوقة المختصرة في التفسير المؤلف من أهل السنة والجماعة. Может слушать, допустим, тафсиры, аудиокниги, однако чтобы они были короткие и были те, которые можно доверять из тех книг, которые написали приверженцы Сунны Единства. والله